Всем привет! Сегодня у нас моделька X8 SE на приложении VRFit Pro в такой коробочке. Золотые тут обозначения. Пишется 45 мм, но это не факт. Как бы если замерить, то получается по длине 43, внутренняя часть дисплея по рамке, скажем. Ну, где-то 45. По внутренней рамке именно корпуса. Итак, Always On Display, здесь все это есть. Яркие сочные циферблаты, всего их так 5 штук. Можно изменить, скачать через приложение VRFit Pro, либо установить свою фото из галереи. Довольно сочный экран, матрица 420 на 480 точек. Есть NFC, как обычно. Не для оплаты. IP67 заявлено. Так, Bluetooth 5.2. Процессор Hunter Sun HC6621PG. Видимо, какой-то новый. Так, ну что еще? Сразу можно сказать, шторка здесь двойная. Все быстрые настройки есть. Как обычно, Alipay. Так, это у нас яркость. Слева-направо шторка, заход в предыдущее приложение. Угу, так, Always On Display. Снизу вверх у нас сообщение. Справа-налево у нас перелистываются циферблаты. Так, вот здесь видно 18 декабря. Ну, год сегодня у нас 22 пока. Так, что еще? Смарт-стиль мы заходим нажатием кнопки. Двойным кликом мы меняем интерфейс. Все довольно плавно. Здесь тоже есть олеофобное покрытие, не оставляет отпечатков. Обратили внимание, да? Все как почти как оригинал. Вот. Далее хотелось бы сравнить по размеру. Давайте возьмем серебристые X8 SE. Это у нас GS 7 mini, которые были на 41 мм. Это у нас DT Nano 1, они тоже на 41 мм. Ну и можем положить, это моделька DT Nano 1, которая у нас на 45 мм, самые большие. Ну вот, например, вот так. Включим один тоже циферблат. Так, вот он. DT номер один. Вот эти иконки неактивны. Так. GS7. Они тоже здесь активны. У X8 SE тоже активные. Можно набрать, зайти в эти активные иконки. Ну, видно, насколько сочнее циферблаты. Разница есть, да, ощутима. Ну и по размерам. Смотрите, самые маленькие получились DT номер один. Потом идут GS7 mini. Потом, наверное, X8 SE. И самые большие уже получается на 45 мм. DT номер один, но DT7. Их так называют. Ну вот между ними разница такая. По задней поверхности, наверное, более видно. Все-таки. Так, поближе. Итак, модель X8 SE в трех основных расцветках. Это матовое серебро, ну как алюминий. Золото у нас такого оттенка нежного, песочного, персикового, скорее.
тоже красивый женственный цвет. Так, черный у нас абсолютный глянец, как лакированный. Ну что, пробежимся по основным настройкам. Так, включить, выключить перезагрузку, восстановление, информация об устройстве, прошивка, подключение к телефону, пароль блокировки экрана, напоминание о здоровье, чтобы не забыть, что долго сидим, попить, поесть и так далее, упражнения по чтению о поездке. Регулировка звуков и вибрации, настройка режимов отключения звука, вибрации при входящем, беззвучный режим, затемнение, настройки времени, языковые настройки, продолжительность свечения экрана, так, прикроватные часики, датчик жеста руки. И так, дальше что мы, по шторкам мы это видели. На основном меню, что у нас? Измерение пульса, мониторинг сна, спортивные тренировки на открытом воздухе и в закрытом помещении. 6 плюс 6, как говорится. 6 в помещении и 6 в спортзале. Здесь данные, так, расстояние, затраченных калорий. Далее измерение давления, информация о погоде, измерение кислорода в крови. Так, параметры, это у нас было. Так, здесь сообщение, таймер, секундомер, телефон, недавние звонки. Тоже все работает через второе подключение в школу. Набрать номер. Так, про телефон все. Обратный отчет у нас, таймер, управление камерой, плеером, удобно есть управление громкостью. То есть, если вы подключили свои беспроводные наушники одновременно с часами, вы можете управлять плеером и слушать любимую музыку именно через наушники. Так, параметры настройки, здесь и калькулятор. Вот такие часики, все удобно, быстро и довольно-таки небольшие. Скажем, на женскую руку оптимально. Не самые маленькие, как ДТшки, не самые большие, как, ну, ДТ-семерка там и Максы, и другие модельки, которые 45-миллиметровые. Доступны к заказу. Ссылка будет в описании. Вы были на канале SmartWatch Казани, Arnet Shop. Пока.